Так, ну я думаю, мы это типа проиграли, потому что здесь пустая коробка, и давайте же, блин, тут немножко, да, подзапалил, но ничего страшного. Давайте же теперь откроем вот эту вот здесь вот по-нормальному, так, и давайте посмотрим, что же здесь будет, так, и... Что, ребят, жесть, офигеть, ребят, серьезно? Реально, вот это реально крутой контент будет, ребята, реально. Вот это очень круто, за такое точно нужно поставить лайк. И всем снова привет, друзья, с вами я, Халар, и сегодняшний видеоролик будет реально очень необычный. Надеюсь, вы помните такой видеоролик, где я проходил карту, и там в конце еще было написано, что нам стоит ждать продолжения. Я вам сейчас покажу этот фрагмент. Ребята, и это продолжение следует, то есть по факту мы прошли карту, но она еще не законченная, то есть еще, наверное, какая-то будет карта от этого же подписчика, и не знаю, если он ее построит, я очень надеюсь, что он ее продолжит, то мы по факту сможем с вами пройти ее дальше. И вот подписчик мой наконец-то построил вот это вот продолжение, и именно сейчас мы с вами его и пройдем, это будет реально очень круто, я еще карту не смотрел, вообще не знаю, что там даже будет, и именно сегодня с вами и сейчас мы заценим ее, пройдем, и надеюсь, что она получится, ну, точнее, что она получилась тоже очень крутая, и как бы мы ее оценим, пройдем, и будет очень интересно, что нас теперь будет ждать в конце. Обязательно, конечно же, не забывая про лайк и подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать еще больше годных видеороликов. Потому что их еще будет очень много, и они будут очень все крутые, так что тебе точно нужно их не пропустить. И также по ссылке в описании не забывай переходить в мою группу во ВКонтакте и в группу в Телеграме, это тоже все очень важно, там выходит много разных новостей, особенно переходи в группу во ВКонтакте, она только новая, я ее буквально недавно создал, и там еще сидит очень-таки мало человек, так что обязательно присоединяйся и в Телеграм, и во ВКонтакте, все это тоже очень важно, чтобы не пропустить много всяких разных новостей и всегда быть в курсе всех событий. Уже некоторые люди подписались на мой Телеграм-канал и на мою группу во ВКонтакте, и как бы уже знают о многих некоторых новостях, которые я не сообщаю на своем YouTube канале, например, такие на видео или в сообществе, а те люди, которые подписаны на ВК и на группу Telegram, они это все знают, так что тоже не медли и, конечно же, подписывайся. Ну а в сегодняшнем видеоролике у нас побеждает вот этот вот комментарий, спасибо тебе большое за поддержку, ты реальный красавчик и респект тебе. Ну и давайте уже приступать, потому что начало опять получилось, я даже не знаю, какое-то немного затянутое, так что я думаю, вы уже все ждете эту карту, так что давайте уже реально приступать, погнали. Итак, ребятки, прямо сейчас я уже на этой карте, да, я тебе чуть-чуть буквально там спойлернул, там буквально там на донышке, да, так, там совсем не считается, да, сейчас мы с вами вместе все посмотрим, я там буквально ничего даже и не успел увидеть, и давайте смотреть, вот, начало этой карты, да, вы, наверное, все узнали карту, это, в принципе, из того же раздела, из новых карт, смотрите, там я уже даже что-то вижу на другом конце карты, что-то новенькое, офигеть, реально, будет очень круто и интересно, вот, вы, наверное, все помните эту карту, это... Блин, я честно не помню, как она называется, но какая-то, ну, короче, гоночная карта, песчаная, новая карта, также ее завезли вместе с Мисти Таун, ну, вы, наверное, все помните. И первое испытание нас ждет дорога с препятствиями, ребят, нам, получается, нужно будет проехать эту, наверное, дорогу просто, блин, сейчас на машине и... Как бы пересечь все эти препятствия, давайте же сейчас с вами это и сделаем, так. И я решил выбрать вот такую вот ламбу, ну, как бы с ракетницей, к тому же, не знаю зачем, но пусть будет. И давайте же сейчас попробуем пересечь эту полосу препятствий, давайте начинаем, ребят. Так, все, я поехал. Офигеть, ребята, капец вот, а почему так сложно сразу становится? Я только начал гонку, зачем? Ё-моё, я чуть не врезался. Зачем так сложно сразу все делать, зачем? Ой-ой-ой, тихо, тут зеркала еще всякие стоят. Ой, ребят, капец, смотрите, давайте. Ой, я протиснулся, жесть, вот это сейчас было реально сложно. Так, видимо, первое испытание закончено, что ли, или что, я даже не знаю. Так, видимо, мы приехали сейчас к следующему испытанию, я даже не знаю. Но давайте же сейчас посмотрим. Первое испытание мы прошли, реально, вот я сразу начал гонку, и почему-то... И уже практически сразу, блин, вот сразу какая-то сложная жесть пошла. Зачем так делать сложно? Но это все же круто, да, это все же какой-то, не знаю, адреналин, это... Какая-то, не знаю, крутая штука на самом деле, так что было реально очень прикольно. Давайте приступать к следующему испытанию. И, ребят, смотрите, я, кажется, уже понял, что это за испытание. Там просто, видимо, все кишит вот этими монстрами. И, видимо, нам сейчас нужно будет дальше, если мы хотим пройти, нужно будет вот эту, получается, ну, как бы победить вот этих вот монстров и, наверное, таки уничтожить вот эту стену, чтобы мы смогли пройти дальше. Ну, давайте же сейчас это сделаем. Я надеюсь, их там будет немного, будет как бы не супер сложно. Но давайте же попробуем. Так, давайте еще перезарядим наши калашики, чтобы быть на полной боеготовности. Так, и давайте начнем. Так,
Давайте, 3, 2, 1. И вот эту стенку сломаем, чтобы было, как бы, чтобы они сюда побежали. Так, а что они сюда не бегут, интересно? Они застряли там или что? Алло, стену я пробил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они уже идут сюда. Да, они уже идут сюда. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, посмотрите, тут еще зомби, блин, за мной побежал. Ё-моё, давайте переладим. Нет, капец, ребята, черт, меня они убили. Что за жесть? Ё-моё, ребят, вот это жестко сейчас было. Да, давайте вернемся к тому же месту. Офигеть, посмотрите, ребята, а их тут еще так нормально получается, там даже этот манекен еще этот стоит, получается, там, ну, это как бы мишень. Так, тут смотрите, тут два зомби, один кактус, и вот этот вот еще, я не знаю, как робот какой-то, что ли, давайте его убьем. Так, давайте его первого, получается, загасим. Да, ребят, все, я загасил вот этого, получается, первого робота. Так, все нормально. Так, ну давайте, чтобы было как бы более, так сказать, по-честному, давайте мы сейчас, получается, вылезем. Блин, да ё-моё, мне зомби не дает вот сюда пролезть. Давайте вот так сделаем, так, и убиваем зомби. Так, все, отлично, отлично, мы убили первого зомби. Так, мне он не давал сюда, блин, пролезть к этим вот. Он прямо следил за мной вообще пристально. Так, давайте разрушаем стену. И давайте атакуем сразу же зомби, давай, давай. Отлично, все, мы убили этого зомби. Так, и что там остался, получается? А, ё-моё, кактус выбежал, напугал меня, черт, что такое? Так, все, убиваем этот кактус. Все, и получается остался один жалкий манекен. Что ты мне сделаешь? Оп, ах ты, блин, драный манекен вообще, блин, офигел уже. Тоже его убиваем, и все, ребят. Фух, наконец-то мы победили всех мобов, наконец-то, ребят. Это было как-то жестковато даже. Так, давайте. Так, теперь еще сломаем, получается, вот эту стену. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Так, все, еще вот так вот подломаем немножко. Еще вот здесь вот подломаем, чтобы проехать на своем Ламборджини. Так, все, давайте, мы сломали тут все стены уже. И теперь мы можем двигаться дальше. Блин, мне жутко интересно, что это. Так, я вижу, это паркур. Да, блин, пройди паркур, ребят, жесть, опять паркур, нам нужно проходить. А-а-а, ё-моё, давайте пройдем его. Так, пройди паркур, все, давайте, погнали проходить паркур. Так, ну здесь я даже не знаю, он будет сложнее или нет. Так, о, рампа какая прикольная, по ней так залазить еще кайфово. Так, все, давайте, оп, ну, а, блин, упал, черт. Ладно, 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 мы сейчас попробуем еще раз, ничего страшного, это бывает, да, это типа, ну реально, с кем не бывает, все падали при паркуре, как бы паркуру еще нужно научиться, чтобы нормально его проходить. Так, все, прыгаем, прыгаем, все, отлично, ребят, мы прошли, все просто прекрасно. Так, ребятки, я тут уже немножко подумал, тут стоит ракета, но она, типа, ну, я не знаю, куда на ней лететь, здесь я ничего больше не вижу, тут еще какие-то ракеты, так, ну это не важно, так. И смотрите, ребят, я тут больше ничего не вижу. Тут получается... Нет, там какие-то вообще растения растут. Вот, смотрите, получается... Ну, лично у меня одна единственная догадка. Куда ракета смотрит, туда нам и нужно лететь. То есть, получается, вон в ту конкретно сторону. Потому что, ну, другого ничего не вижу. Ни подсказок, ни каких-то, не знаю... Еще каких-то, может быть, стрелок, как бы, куда нужно лететь, как бы, что делать, как бы, ничего я из этого не вижу. Так что давайте мы сейчас, как бы, полетим именно в ту же сторону. Так, все, летим, ребят, и надеюсь, мы там что-то найдем. Так, осматриваемся тут еще. Так, осматриваемся, ничего, что-то я не вижу. Так, давайте еще повнимательнее сделаем. О, смотрите, это доска вроде получается, да? Так, давайте же посмотрим. Так, и что же будет на ней изображено? Это же доска. Так, это доска, да, все нормально. Найди знамя смерти, ребят, жесть. Давайте найдем его. Это, видимо, наша следующая подсказка. Нам нужно, видимо, было типа найти эту доску, как бы, и дальше уже понять, какая нас ждет другая подсказка. Ну, точнее, какую подсказку нам нужно будет дальше искать. Так, все, давайте. Мы теперь, получается, ищем знамя смерти. Ну, мы все знаем, как оно выглядит. Так, и знамя смерти. Интересно, где же оно может быть? Так, давайте еще вот так вот подлетим. Ну, просто чтобы, как бы, да, было немного поудобнее. Так, пока вообще ничего не вижу, как бы... О, что? Что? Ребят, все, смотрите, вон оно! Это знамя смерти! Да, ребят, это оно, это знамя смерти, да, что там еще, что-то, там еще какие-то постройки, ребят, что, еще карта не закончилась, жесть. Вот оно, знамя смерти, ребят, и получается все, мы сориентировались по знамя, точнее, по вот этому знамени смерти, и теперь вот мы пришли сюда, как бы, и теперь нам, ну, видимо, туда надо прыгать. Так, давайте прыгнем и посмотрим, что же здесь. Ну и как я понимаю, ребятки, здесь нас ожидают какие-то две коробочки, которые нам нужно, как бы, наверное, разбить, так сказать, да, вскрыть и посмотреть, что же будет внутри. Давайте же начнем, получается, с левой вот этой коробочки. Так, и давайте же ее вскроем, надеюсь, там никто к нам не вылезет. Так, и это, получается, пустая коробка, где находится просто вот это вот пугало. Блин, оно еще, конечно же, дерется. Давайте его убьем, чтобы оно нам не мешало. Так, ну я думаю, мы это типа проиграли, потому что здесь пустая коробка, и давайте же, блин, тут немножко, да, подзапалил, но ничего страшного. Давайте же теперь откроем вот эту вот здесь вот по-нормальному. Так, и давайте посмотрим, что же здесь будет. Так, и... Что, ребят, жесть, офигеть, ребят, серьезно?
Реально, вот это реально крутой контент будет, ребята, реально. Вот это очень круто, за такое точно нужно поставить лайк. Мой подписчик хочет сделать финал, то есть продолжение, ребят, вот это жесть. То есть последняя финальная часть вот этого всего испытания. И, наверное, нас будет ждать какой-то интересный секретный приз, ребят, вот это реально офигенно. Я точно хочу и точно очень жду вот эту новую часть от подписчика, как бы какую-то новую карту или какое-то новое испытание. Не знаю, что он придумает, надеюсь, он придумает что-то новое и очень интересное. Ребята, это будет реально очень круто. Так, и давайте еще тут осмотримся, здесь получается... Там еще что-то есть! Так, давайте прочитаем. Так, го 1к лайков и выйдет третья часть карты. Ребята, давайте наберем 1000 лайков и мы увидим третью часть карты вместе с вами. Мне очень хочется на нее посмотреть, так что не пожалейте своего лайка. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Также это, конечно же, все очень важно. Поставьте лайк, потому что от лайков зависит третья часть карты. Выйдет она или нет. Наберем 1к лайков, то есть 1000 и выйдет третья часть, ребята. Так что, конечно же, не жалейте, реально поставьте лайк. Давайте набьем по-быстренькому. И там мы точно уже увидим какой-нибудь секретный приз или, может быть, даже секретное оружие, или вообще в принципе что-то очень секретное и интересное. Так что давайте, зовите своих друзей, знакомых и всех, кого можете, чтобы они тоже помогли набрать 1000 лайков на этом видео. Переходи на вот этот видеоролик, он тоже очень классный и годный, тебе точно он должен понравиться, там еще ждет тебя очень много крутого контента. Также не забывай подписываться на мой канал, ставить лайк и прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новый видеоролик, это тоже, конечно же, все очень важно. Потому что много годного контента еще будет на моем канале, который точно нельзя пропускать. Ну и, конечно же, по ссылке в описании, не забывая про мой телеграм-канал и мою группу во ВКонтакте, где выходит много всяких разных новостей, но об этом я уже сказал в начале, так что обязательно не забудь и подпишись. Ну и с вами был Халар, до скорых встреч и видеороликов, и всем пока!